К слову, осторожнее вести себя в интернете стали и чиновники. Высказывания в соцсетях не раз становились причиной отставки крупных функционеров. Так, в августе 2014 года своей должности лишился замминистра экономического развития Сергей Беляков, написавший, что ему стыдно за заморозку пенсионных накоплений россиян. В феврале 2015 года в отставку ушел вице-губернатор Орловской области Александр Ревякин, который похвастался в соцсетях новогодним ужином с фуа-гра в ресторане «Гранд Паб» в Карловых Варах, что вызвало волну возмущения у жителей региона. Ну а до 1 апреля российские чиновники вовсе должны будут отчитаться о своих аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах. Мои коллеги изучили страницы руководителей омских региональных ведомств. Только в социальной сети ВКонтакте можно найти более 16 тысяч аккаунтов Владимира Путина. Но, как известно, президент России не имеет личных страничек в соцсетях. В отличие от него, председатель правительства Российской Федерации – активный пользователь интернета. Помимо блога в Твиттере, Дмитрий Медведев ведет страницы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме и, кажется, следует современному тренду «не запостил, не было». Поэтому среди фото на его странице и ужин с президентом, и просто декабрьский вечер. Одним из первых чиновников Омской области, который вышел, так сказать, в народ через соцсети, стал бывший первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Бештанько. К ведению своих страничек в Инстаграме, Твиттере и ВКонтакте он, можно сказать, подошел с душой. И даже сегодня теперь уже заместитель руководителя департамента социальной защиты населения Москвы размещает новости о политике, активно отвечает на комментарии и делится семейными радостями. Показать себя с новой стороны с помощью соцсети попытался и губернатор Омской области. После первого селфи на Соборной площади в Инстаграме Виктор Назаров запостил домашнего любимца с подписью «Блог без кота не блог». Но на этом горячее желание быть ближе к народу в сети, кажется, остыло. Может, у самого главы региона, может, у тех, кто ведет его страницу. И, судя по фото и отсутствию живого общения с сетевым сообществом, личная жизнь губернатора оказалась спрятана за официозом. Его же заместитель Владимир Компанейщиков активно переписывается с френдами, у него их 530 в Фейсбуке. Признается, используя его как некий дайджест различных СМИ. Это большая новостная доска, которую подбирает не редактор, а сам я. Но на своей странице, кроме аватарки в гидрокостюме, вот он, старается не оставлять следов о своих хобби, привычках и пристрастиях. В Фейсбуке на странице министра финансов Омской области Вадима Чеченко ничего личного и откровенного. Одно только фото туриста в темных очках на фоне пальмы. А аккаунт в Инстаграме и вовсе закрыт от посторонних глаз. Хотя для друзей есть 52 публикации не активного пользователя, а активного человека, который любит путешествовать, преимущественно по России. Среди чиновников администрации города немногие решаются выйти в сеть. Директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова, кроме отчета с официальных мероприятий, заседаний, публикует и фото с любимой внучкой. Заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Владимир Дорохин в Фейсбуке публикует свои стихи и предлагает оценить лирику. Чиновники Омской области только начинают осваивать блоги как способ коммуникации с аудиторией. Но признают, в современном мире это уже необходимость. Ведь где как не в сети можно выяснить, что на самом деле о тебе думают. Даже с помощью стикеров в мессенджере Telegram.